организм воспринимает, тогда уже что-то можно там начинать. Так это слишком в 4 годика рано. Вот родители Сильвии Митевой придерживаются точно таких же взглядов на жизнь. Она 86-го года рождения, начала заниматься гимнастикой в 93-м. Это при том, что родители имеют непосредственное отношение к ее тренировкам. Удержали же каким-то образом и себя, и ребенка. Вот ведь не повезло, да? Упражнение готовилось, очевидно, в расчете на московский чемпионат мира. Но когда она в квалификации выступала, для нее родилась. Так что, в общем, это не уникально, но любопытно. Интересно. Интересно. Сильвия Митева, 27.075. Сумма 108,5, а у Кондаковой 113 и больше, чем с половиной. 5 баллов разницы. Где ты, великая болгарская школа? Вот пока не возвращается на свой прежний уровень. Ну вот да, как-то все